Так, 33 и 33, 11. Еще надо. То есть мне надо вот эти вот палки. Вон еще там, кстати, есть. Так, мне надо, ну давайте половину располовину. Если что, у меня эти палочки есть. Рецепт, чпок. Мне их надо 9 штук. 6, 7, 8, 9. Вот они. Так, этих 14 у меня есть. Окей. И теперь мне надо 14 этого алюминум блэд. 28 блэд. А где никель? А, никель он вроде бы разрешает такой. Крушит никель ор. 14, да? Давайте попробуем мне это вот все закинуть. 14, 28. Во! Чё-то пошел делать. Рецепт фильтр. А, то есть вот это можно и не ставить. Ты вот там сделал, да, на, еще тебе, еще тут, ой, извини, чувак. О. 14, ну, наверное, тогда уже закончим с этим, да? Он там что-то делает, у нас будет такой акваланг. Надеюсь, будет. Все, вот. 7. А в смысле, еще ты больше сделать не хочешь? 21. Так, и сюда. А, чтобы удобнее было кидать, наверное, эту хрень лучше переставить сюда. Тогда я так смогу подойти. 21 этот и 7 этот. А что не так? Iron Dust. 21. А, в смысле? 7. Я ничего не понял. Рецепт. 2 инвар бленд. 2. А, никель и 1 айрон. Тьфу ты. Тю. 21. Я закинул 14 никеля. 15. О, 14 никеля и. Так, а мне сколько? Айронов в два раза больше надо. 14 никеля, 21 айрона. Он тут там что-то сейчас делает. Ну, серьезно, да? Никеля больше, чем железа. А, ну тогда должно хватить. Я только забрать надо. Да? 14. Там все, да? Вот. Iron Dust, вот 14 Invar Blend и 7 этого. Сейчас вот это сделаешь, да? Я так полагаю. Работай. Так, итого 14. Мы это выполнили, и нам должны что-то дать. Что-то дать. Еще один хабкей. Так, дальше маска. Это Framed Glass плюс Bottle. Ботлю мы можем взять тут. Нет, тут. Вот, ботля. Потом этот сюда, естественно, закинуть. Это сюда, это... Это не сюда я хотел, это сюда. Солидки тут. Ну, Iron Dust пускай пока тут поваляется. Ниточки, это ванила, это сюда. Этого у меня дохэ. Так, это тут. Пускай полежит, это тут. Палочки тут. Так, дальше от нас требуют фрамет. Это стекло, положенное вот этим вот фигней. Алюминий и айрон. Или чем обложенный? Алюминием? Алюминий наггет. Вот сейчас бы я сделал.
Так, алюминий один, плюс где-то еще алюминию есть. Вот он, алюминия. Алюминия. Раз, два, три, четыре. Вот это вот фигня. Баночка есть. Так, что там надо было? Ага, вот она. Так, буль-буль карасик еще. Так, это у нас дайвинг маск. Дальше, ой, дальше баллон, кожа, инвар плейт, блин, инвар надо, да, инвар, а, подождите, инвар, я его могу, два, инвар, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и четыре никеля, четыре, я сказал. Лет. У меня что-то инвара нету, я же его не делал. Это что, можно сделать вот таким способом, я так думаю, да? Плавись. Хорошо. Две кожи у нас, я так надеюсь, будет. Два кожи есть. И еще что там? Луита. А, картина Репина приплыли, да? И тут, естественно, Framed Glass. Framed glass. Это надо 4 фора framed glass. Ладно. Врёшь. 3. Так, ну ладно. Так. 4 framed glass. 4. Так, 4 framed glass. Так, 4. Дальше там надо вот этот флуид танк. По-другому ты его никак не соберешь, да? Только вот на нем 12 их надо. И Купер. Так, у нас их 16. Инвар, и 12 получилось. А, так-то выгоднее, да, что ли, получается? Кувалда у меня, наверное, с собой. Сколько их там надо? 4, по-моему. 4. 4. Ой. Раз, два, три, 4. Ну, будет больше инвара, вот проблема. Так, 4. Есть. Так, инвар кладем сюда. 16. Вот этих вот фиговин надо поставить как-то там. Шестнадцать, говоришь, да? Так, по идее, мне вот это же не надо. Так. Раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, три, четыре. И... Раз, два, три, четыре. Как-то так, да? Тут... А чё, почему я так сделал? Тин-тин-тин-тин. Так, это же нам нифига не мешает. Так, давайте тогда... Ой. Я не знаю, за большая скорость будет, за маленькая. Так, нам там надо этот... Вот это вот пофигня, депот, вот этот что ли, или этот, вектор-реектор. Так, шестеренки нужны минимум, ну возьмем две, и на всякий случай вот это и вот этот. Это фиг его знает, что она там, как она там... если я при... Шлепну так. Крутится. А если так? За. Нехорошо, да, тебе? А может, ей надо... А если я тебя так... Потом... Ага. А если я тебя вот так... Этот нафиг, и, ну,
Если получится, то получится, конечно. Если нет, то нет. Допустим, это сюда, это сюда. Так, ты сюда. И вот эта вот фигня тут. И тут. Так, ты работать не хоть, не хочешь. Да ладно, давайте вот это уберем. Или тебя надо как-то там что-то там. Так, подождите. Или он работает. Ага. Это вниз, это как-то тут так, так, так. Блин, тут как вы тут, ребята, придумали? Вниз, 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 тебя вниз, тебя вниз, тебя в бок, в бок, в бок, в бок. А, ясно. Наверное, я понял, как тут она. Видите? И сюда депот. Депат. Да? Потом сюда 4. Тинг-тинг-тинг-тинг. И медь надо, да? Там 4 меди. Может сработает копер Ингента. Ну, идем пробовать. Так, тинг-тинг, 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 тинг-тинг. И... А как оно, значит, должно работать все? А что тебе мешает? Я тебя затормозил, да? Так. Ладно, блин, я... То есть вот эта вот фигня тебя тормозит. Так, как тебе тут сделать? Под углом она вроде бы не передает. Не умеет. Да? Или нет? Или если так, и нет, только напрямую. Ой, блин, ой, все. Так, тогда мы тебя... Главное, все сломать, а там уже не проблема. Так. Ладно. А что я тут сделать хотел? Ладно. Так. Так. Да, блин, не так. Да что ты вертикально становишься, блин. Не повернуть можешь, можно? Нет. Как тебя вертикально поставить? Карвелтикал, вертикал. Так, ладно, я не гордый, я поднимусь. Возможно, я тут зря мучаюсь, она не будет работать. Так, ты так работать будешь, да? Работаешь. Так, это можно срубить, оно не мешает. Если там надо будет, я продлю. Так, теперь можно... Тут и тут, да? И это соединить. Тинг-тинг. А что не так? Становилось. И... Ой, блин, это ж надо опять смотреть, как это херовина делается. Юз. Ой. Рецепт. Рецепт. Добил V. Ставим.
Берем эту хрень. Выставляем, чтобы она как-то там соединялась. Все выходило в одну, да, правильно. Ну, допустим. Подать питание, оно все крутится. А, то есть она должна постоянно крутиться, да? А может вот эти их ее тут. Ну. Ай-я-я. А теперь ты будешь крутиться? А что тебе мешает, алло? Это сюда. Это, может, блин, правильно их поставить надо. Это сюда. Это отключить. Это сюда. Так, что ли? Это отключить. Она не надо. Это отключить не надо. Ну ладно, давайте эти снимем. Да ладно, потом подберу. Так, вы тут типа не нужны. А, ну тогда у меня вот это не соединяется. Так, стоп. Не, ребята, я это подберу, а то оно ж тут у меня как бы. Опа. Так. Значится, вот эта штука может работать тут, да? А если так. Шлепть. Правильно. Так, а ты вы так соединитесь или нет? Нет, так ты не хочешь. Ладно, я не гордый. Этот сюда, тынк. А чё тут стоит такое? Зачем оно надо? Так, и теперь вас соединить. Ну. Оперестис компон овер стрессы. Там все сорос хит стресс импакт. Так. Этот идешь сюда. Может, напрямую надо подсоединить. Блин, главное сломать, а там уже видно будет. Так, тебя сюда. Ты так не соединись, тут надо соединить, да? Это тут. Чинг. О, заработало. И. А то есть надо под поставить, что ли, без него никак. Депут. Или это медленно крафтить. Так, ну вроде бы все шестеренки крутят. А что не так? Ну ладно, блин, ладно тебе. Где еще один мой плавает? Алло, вот он. Где моя еще эта фиготень? О, я тебя нашел. Так, и давайте мы тебя тогда сюда. Так, это вниз, как там нас учили, вниз. Давай тебя сюда, вниз,
Ну, вроде крутится. Ой, мама. Ой, мама, шикадам, шикадам. Тик, 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 тик. Ну и чё, и как, и зачем, и почему? Так, тут же ничего не показано. Но она крутится. Блуд танк. Дабл Ви. Ладно, это, наверное, за кадром я тут еще помучаюсь, да? То есть я ее хотя бы начал крутить. А, вон еще наверху шестеренка, которая нафиг не надо. Может, она тут тормозит. Шестеренка, вернись, я все прощу. Где? Ладно, она вернется. Она обещала вернуться. Так, в общем, за кадром у меня задание вот это вот скрафтить, да? А колесо? И чё, оно не работает? Ну, блин, я не знаю. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Допустим, это сюда. Отсюда, ну вот сюда, ну и чё, и как, и что тебе сейчас делать надо, чтобы ты заработала. Так, шестеренка вернулась. Так, я вообще начинаю тупить, так что я пошел за кадр. И в следующих сериях с вами был Альвинос, неудачный креатинг. Так, давайте еще чуть-чуть тут попробую переделать. Мне это дело не очень нравится. Напрямую я подаю сюда, да, да. Если тут большое колесо поставить, колесо, и от него уже. Так, тут колесо могу поставить? Нет. Тин-тин. А тут? Нет, нет. Как я могу колесо поставить? Тут, вот тут, вот. Могу так поставить. Могу наверху поставить. Сбоку никак. Хорошо. Мне надо напрямую передать ему давление. Ладно, это за кадром. То я сейчас тут понастрою. Ладно, увидимся. Всем пока. Пишите письма и комментарии.